чуть-чуть отстой. Звезды будущего, цветы анекдота. Детский ансамбль «Цветы Ашдода». Сладимся выступлением детского ансамбля. Ансамбля «Цветы Ашдода». «Цветы Ашдода» художественного поэта Евгения Жоу, хореограф Александра Чуркова. У нас в семье все педагоги и музыканты. Моя бабушка, она музыкант, пианистка, и она привила любовь к музыке моей маме. Сколько я себя помню, моя мама всегда так увлечена была своей профессией, своей работой, ансамблями разными, которые у нее были за жизнь, очень много детских ансамблей вокальных. Мне ничего не оставалось, чтобы ее видеть почаще, как работать вместе с ней. Хор мальчиков «Объединение еврейских общин Донбасса» «Перхей Донецк» получил по праву высокую оценку профессионалов, признание и любовь слушателей. Женя, так ласково называют ребята Евгению Шор, бессменного руководителя и хормейстера хора «Перхей Донецк». Именно она в далеком теперь 1996 году набирала в хор первых мальчишек. Мы создали ансамбль «Цветы Ашдода». Я работаю хореографом, и теперь мы всегда вместе. У нас чудесное взаимопонимание, и это очень сильно помогает нам создавать замечательные номера и дарить людям радость. Детский ансамбль «Цветы Ашдода», его художественный руководитель Женя Шор. Представь, пожалуйста, это уже дети выросшие, да, я так понимаю? С первого дня мы вместе создавали ансамбль «Цветы Ашдода». Это у нас хореограф-постановщик. И все самые замечательные постановки, все идеи сценического воплощения каждой песни – это благодаря вот Сашеньке Александре Чертковой. В студии программы «Новый день» художественный руководитель детского вокально-хореографического эстрадного шоу «Цветы Ашдода» Евгения Шор. Мои девочки ходят к Евгении Шор, занимаются музыкой. Есть цель жизни, то эти цели будут достигнуты с помощью Жени. И ребенок становится сильнее и крепче духа. Хрустальная раковина с жемчужиной была вручена художественному руководителю Евгении Шор за педагогическое мастерство. Красота. Лучшие профессии Евгению Шор. Женя открыла для детей мир искусства, мир музыки, концертов, представлений, выступлений, поездок. Мы участвовали в фестивалях «Славянский базар», такой Витебске, да, куда мы тоже привезли песни на белорусском языке. У нас такая традиция. Куда ездим, на том языке мы и привозим. Песня «Решенька» в исполнении израильского ансамбля «Цветы Ашдода». Люли, люли, люли. Мы знакомимся с другими детьми из разных стран и с ними и потом с ними дружим по интернету. На сцене гурт «Квіти Ашдода Ізраїль». Мы очень рады, что мы пришли в этот коллектив, именно этот, а не в какой-то другой. Я пришел сюда маленьким мальчиком, мне было 7 лет. Будьте уверены.
Я 8 лет в ансамбле «Цветы Ашдода». Это вся моя жизнь для меня. Я люблю ходить сюда и люблю Женю. Для меня она самый лучший учитель. И «Цветы Ашдода». Браво, браво. Браво, их руководитель Евгения Шор. Давайте их всех поприветствуем. Они замечательные. Еще раз спасибо большое всем. Таня Кройпер, Настя Казакова и наш любимый дети «Цветы Ашдода». Жень, я знаю, что ваши дети вообще выступают вот и в Англии, и в разных странах, и поют на самых разных языках. В том числе они поют песни на идиш. Они понимают ведь, о чем они поют? Мы стараемся им донести каждое слово. Дети, во-первых, любопытные, они просто так не будут петь, если они не знают о чем. Женя объясняет смысл этих песен, и мы все понимаем. У нас появилась еще одна семья, которая называется «Цветы Ашдода». Эти цветы я хочу преподнести руководителю коллектива Евгении Шор. Я немного скажу, но скажу много хорошего. Евгения Шор, как преподаватель, нет такой больше женщины и такого преподавателя. Такая профессиональная и чуткая, и которая умеет разговаривать и работать с детьми, я больше не видел. Скажите, а сколько линеечек, чтобы писать ноты? Кто знает? Сколько тебя? Пять линеечек. А как нотки пишутся, снизу вверх или сверху вверх? Кто знает? А кто там дальше? Давай, Николь. Снизу вверх. Снизу вверх пишутся. Правильно, молодцы. Don't fret the night, don't fret the fight, just never. Благодаря «Цветы Ашдода» я попала на телевидение, и моя жизнь стала очень интересной и разнообразной. Сейчас мой сынок, маленький пятилетний, он тоже уже поет с нами в нашем ансамбле. И уже занял солистом на конкурсе второе место и стал лауреатом. Я очень люблю мою бабушку Женю. Она очень сердеток и меня тоже. Я очень сильно люблю выступать, петь, танцевать. И люблю всех деток. Перхей Ашдод.